Так, 22 июня 2023 год. Вот у нас уже село солнце. Видимость немножко улучшилась. Вот у нас Венера. Вот кончиком пальца указательного это он. О чем я хочу сказать? Сегодня между Луной, вот Луна, да, но Луна, я думаю, вам не стоит говорить. Кстати, когда я снимал Nikon Coolpix P1000 Венеру, она выглядит вот так иногда серповидно тоже. Ее иногда можно принять за Луну. Но это если у вас есть оптическое увеличение 125 крат. Да, как мы видим, уже облачка нам закрывает. То есть видимость улучшилась за счет того, что солнце село. Но начинается вот эта дымка. Так, вот еще увеличение вот такое максимальное получается на моем телефоне. Что я хочу сказать? Сейчас, если у вас есть возможность, то вот здесь, как раз между Луной и Венерой, когда совсем стемнеет, если у вас чистое небо, то у вас будет виден Марс. То есть такой мини-парад планет получится. Они практически в рядочек будут. Ну, вот я, это если я сейчас в Украине, да, я сейчас, это у нас что, Запорожье, Орехов. То есть, чем дальше вы будете смещаться на запад, тем больше оно будет выравниваться в линию. То есть, смотря где вы там, в Европе или на Западной Украине. Все более ровно будет для вас это выглядеть. Да, надо, конечно, срочно ехать за Nikon Coolpix P1000. Столько всяких астрономических событий пропускается. Марс 300 миллионов километров от нас сейчас. Это, конечно, очень далеко. Когда он ближе всего к Земле, это 60 миллионов километров. У меня получалось даже ледники на полюсах снимать со своим этим фотоаппаратом Nikon Coolpix P1000 на видео. Да. То есть, как нам определить, вот Луна, она половину углового градуса имеет, угловые размеры. То есть, у нас где-то 5-6 градусов угловых от Луны до Венеры. То есть, вы можете, выбросив руку вперед и направив, ну, допустим, кулак, мужчины поймут, как будто вы в челюсть пытаетесь ударить, вот так выбрасываете кулак, а не если вы пытаетесь показать, все окей, там все, я за тебя, я против тебя. То есть тебе надо указательный палец, чтобы касался Луны, а мизинец тогда будет касаться Венеры. Ну, у меня не помещается, но у меня кулак здоровый. А посередине между ними будет Марс. Маленькая красненькая точка. Ну, удача в наблюдении астрономических красот. Да. Сегодня первый раз в жизни я видел в 19 часов вечера. Я видел Венеру рядом с Луной. Ну, вот так, как сейчас, но с той разницей, что Солнце еще было над горизонтом, наверное, градусов 20 угловых. То есть очень высоко еще Солнце было над горизонтом. 22 июня сегодня самый длинный день в году. Ну, вернее, вчера был, но тем не менее, солнцестояние. Да, я видел Венеру. Это, конечно, наверное, в Харькове себе такого позволить не получилось бы посмотреть из-за аберраций каких-то.